14 августа 2014 года. Киев, около кабинета министров. На 10:45 назначен пикет пенсионеров старых силовых структур Кабмина. Вот решил я заснять это событие. Пришел я немножко пораньше. Никого не было, вот сейчас уже народ собирается. Вот здесь мне вручили вот этот товарищ, который нашел аппарат, вручили бумагу, в которой описаны причины сегодняшнего пикета. Заключается не в том, что новый кабинет министров Яценюка придумал новую службу по ветеранам войны. И, ну, по ветеранам, по пенсионерам, которые за ветеранов приняты только те, которые участвуют в АТО, а других ветеранов вроде бы как и нет. Ну вот по этому поводу и собрался пикет ветеранов, настоящих стариков. Вот они здесь развернули плакат, и здесь написано кратенько, чего они требуют. Вот это товарищ ходит, который раздает бумаги. Сейчас он опять кому-то вылечит там, он дает пенсионеру. Вот такие тут дела получаются. Из кабинета министров пригласили кого-то. Вот он появляется в сопровождении милиционера, уже в белом костюме. Они сейчас ищут, кому же обратиться, кому же спросить, какие жалобы. Ну, в конце концов, он подойдет, от которого. И они тут все будут что-то записывать. Но жара страшная. Я ушел. Не стал ждать конца. Какой конца? Я не должен был быть. Вот и все.